Черная – это хорошая ткань, это здоровая ткань легкого. А белая – вот то, что молью почикано. Это не живая ткань, она съедена уже туберкулезом. Это запущенный случай туберкулеза. Таких пациентов лечат уже не стандартно 6 месяцев, а 24 месяца и более. Тяжелые пациенты принимают вот такое комбо препаратов ежедневно. Их стоимость тянет на 200 тысяч рублей. И такое может произойти с любым. Туберкулез – это не только болезнь ВИЧ-инфицированных и заключенных. Каждый из нас уже инфицирован. Я, вы, вся ваша съемочная группа мирно сосуществует с микобактерией туберкулеза, которая живет вместе с вами в ваших внутригрудных лимфоузлах, которую сначала вы получили вместе с тем, когда вы лазили в песочнице, облизывали какие-то предметы, были маленьким ребенком, и выработали свой естественный иммунитет. Так вот, когда иммунитет снижается, по какой бы то ни было причине, начинает развиваться своя микобактерия, либо когда мы находимся в контакте с суперисточником микобактерии туберкулеза. Сегодня в регионе работает 5 противотуберкулезных диспансеров. В прошлом году в крае туберкулезом заразились 1300 жителей региона. Всего на учете стоят 5000 человек. Довольно высокие цифры. Максимально поражена группа людей от 22 до 47 лет. Туберкулезная палочка, она вообще не признает ни регалий, ни званий. Заболеть может кто угодно. Случится туберкулез может с каждым. А другой вопрос, на какой стадии мы это выявим, и как мы это вылечим, и будет ли этот человек опасен для окружающих. Потому что та категория лиц сознательных, которые проходят флюорографию, у которых выявляется туберкулез и получают сразу же эффективное лечение, они не опасны для окружающих. Сегодня врачей беспокоит, что туберкулез становится лекарственно устойчивым. Таких пациентов очень много, почти 40%. В какой-то момент им просто уже не помогают антибиотики. Возможно, это следствие когда-то брошенного лечения. Чтобы не доводить свои легкие до дыр, один раз в год необходимо проходить флюорографию. Потому что на первых стадиях коварная болезнь не дает о себе знать. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.